27 серия третьего сезона узбекского сериала иглаган Кизлер выйдет 23 октября 2024 года в 21.21 .21 на канале Мили ТВ. Этот эпизод обещает продолжить драматичную историю, наполненную эмоциональными переживаниями главных героинь. Сюжет набирает обороты, и зрителям предстоит увидеть, как персонажи будут справляться с новыми испытаниями, связанными с предательством потери и поисками справедливости. Поклонники сериала с нетерпением ждут, как будут развиваться события, после напряженного финала предыдущей серии. В 27 серии зрителей, ожидает ряд неожиданных поворотов. После бурных событий, произошедших в предыдущих эпизодах, героини вынуждены принимать сложные решения, которые могут изменить их судьбу. Интриги продолжают нарастать, и каждое действие имеет свои последствия. Взаимоотношения между персонажами накаляются до предела, и кажется, впереди еще больше конфликтов. Как и всегда, сериал поднимает важные социальные вопросы, заставляя зрителей задуматься о силе семейных уз и значении поддержки близких в сложные моменты. Не пропустите 27-ю серию третьего сезона «Иглоган Кизлэр на канале мили TV. Впереди еще больше эмоций драматических моментов и неожиданных сюжетных развязок.